Добрый день. Сегодня решила в память о квартире, которую нам давали. Мы сегодня решили, уже съезжаем, ну и решили заснять видео на память. Для себя. Чего вы заливелись? Ну все, перестань. Вот такая прихожая. Прихожая, в общем-то, большая, вместительная. Здесь также прихожая. И проходим. Здесь комната-студия. Совмещенная комната и кухня. Ну все, перестань. Вид из окна, гаражи. У самого дома ходит автобус. Ну и там находятся дачи. Вот эту штуку мы взяли. Окна большие. Первый этаж. Ну все, перестань, успокойся. Здесь электроплиты. Осталось. Баночку возьми. Вон ту. Наберем. Вот так вот дверь. Ну и в общем-то так вот выглядит комната. Комната-студия, в которой мы проживали 3 года. Сегодня мы с ней прощаемся. Ладно, успокойся, успокойся давай. Вот так выглядит коридор со стороны комнаты. Ну и санузел. Здесь довольно достаточно места. Большая ванна. Стены ничем не обработаны. Ну и я вся уже в слезах, так как с одной стороны счастье, что нам все-таки дали положенное жилье. С другой стороны, у меня папа болеет очень сильно, и поэтому я очень расстроен. Ну и сегодня, конечно, все перевозили, очень устали, и теперь едем домой уже отдыхать. Надеюсь, последний раз, когда мы здесь попали. Спасибо квартире. Спасибо администрации, что они хоть кого-то слышат. До них можно какими-то возможностями достучаться и чего-то добиться в этой жизни, если человек действительно ребенку положено внеочередное жилье, а не то, что просто там как-то кто-то лезет куда не нужно. Все. Урыдалась Анастасия. Ну и все, давайте. Она уже устала сегодня, помогала целый день перевозить все. Ну и сейчас мы едем домой отдыхать, завтра в школу. Всем до новой встречи. Пока-пока. Такой у нас сегодня невеселый влог. Ну и мы прощаемся.